Девочки, всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И в этом видео, как я и обещала, мы с вами поговорим о планке. Планка – это та деталь вязальной машины, которую необходимо проверить в первую очередь, если что-то с вашей машиной происходит, вы не понимаете, она отказывается вязать или вяжет плохо. В общем, фокус на планке должен быть постоянно. В этом видео мы с вами узнаем, где находится планка, как ее достать из машины, чтобы оценить ее состояние, как ее полечить, так скажем, да. Все сейчас расскажу. Итак, смотрите, планка у нас находится вот в этом месте. Там внутри игольницы. Вот здесь у нее есть такой пластиковый хвостик. И с другой стороны точно такой же. И сразу хочу вам показать, в каком случае вам нужно обратить внимание на планку. Во-первых, смотрите, я выдвинула иглы. Ну вот эти хорошо зашли, а вот одна у меня иголочка не хочет обратно вставать. Вот в этом месте у меня, видите, сразу несколько иголок как будто бы застревают, не доходят до конца. Вот в этом случае однозначно нужна замена планочки. Еще посмотрите, если ваши иголки вот так двигаются, то есть на них можно играть как на пианино, видите, как будто клавиши туда-сюда. Точно так же, значит, планка пришла в негодность. Ее надо поменять. И вот он, вот этот вот пластиковый хвостик планки, про который я говорила. Видите, я нажимаю, и иголки тут ходуном ходят. Итак, чтобы поменять планку, нам с вами понадобится вот такая покрепче отвертка. Либо что-то похожее, плоское, крепкое. Отверткой мы упираемся вот в эту пластиковую планку и начинаем ее толкать. Все, насколько смогли, настолько протолкнули. Вот видите, с этой стороны вот она вышла из игольницы. И теперь уже мы ее сможем спокойно достать. И вот смотрите, что из себя представляет планка, пришедшая в негодность. То есть, понимаете, она прижимала иголки вот этими металлическими своими боками. А здесь должна быть поролоновая губка. То есть машина, как вы видели, когда я первое видео снимала, прошлое видео, вернее, вы видели, машина новая, машина упакованная, но со временем поролон просто разложился. И вот сейчас это все выглядит вот так вот некрасиво. В общем, работать с такой планкой ни в коем случае нельзя. Итак, смотрите, если покупать готовую планку где-то в магазине, это будет очень дорого, поэтому мы просто заменим в планке поролон. Я беру вот такой поролон на AliExpress. Сразу оговорюсь, если захотите использовать поролон, который идет для утепления окон, он там не такого качества. Я брала, пробовала, он совершенно не такой, он у вас придет в пригодность буквально, вернее, в непригодность буквально через неделю. Вот. Этот бывает с черными лентами, с белыми. Вот тут белая лента приклеена. Вот видите. Я брала 5 штук сразу же с запасом. Вот сейчас одну из них будем с вами приклеивать. Итак, для работы нам с вами понадобится планка, которую мы достали. Новый поролон. Клей. У меня момент кристалл. Отвертка еще раз. Смотрите, она какая удобная. Сейчас покажу, как мы ее будем использовать. И вот такой тоненький скотч. Первым делом нам нужно удалить все старые, не знаю, как это назвать, старые вещи вот отсюда. Так, оторвали ленту. Теперь берем отвертку и вот так вот изнутри отверткой убираем все вот это вот, все остатки поролона, которые вот в такое непонятное липкое
что-то превратились. Все, сейчас мы освобождаем всю металлическую планочку. Итак, смотрите, я очистила внутренности все и протерла спиртиком. У меня был дома спиртик. Ну, все до конца тут смыть просто, по-моему, невозможно. Теперь мы берем клей и наносим тонкий слой клея на внутреннюю поверхность планочки. Перед тем, как приклеивать поверхности друг к другу, по инструкции у клея-момента необходимо выдержать какое-то количество времени. Вот, все, я тут подождала немного. И смотрите, поролончик я буду подводить не вот в этом месте, да, где у нас пластиковая деталька заканчивается, а подведу его вот так. Смотрите, видите? То есть приклеиваться он будет вот отсюда, а здесь выведу вот такой хвостик, примерно на уровне, где у нас начинается металлическая деталь. Вот, видите? Вот так. То есть вот я прикладываю, завожу туда внутрь поролон и приклеиваю по всей длине планочки. Смотрите внимательно, лента должна быть сверху, которая на поролон приклеена. Смотрите, что у меня получилось со второй стороны. То есть поролона здесь с запасом. И точно так же я обрезаю необходимую мне длину на том уровне, где заканчивается металлическая планочка. Что мы делаем дальше? Смотрите, здесь у нас идет пластиковая заглушка, да, и вот до этого места я подрезаю поролон вот так вот под уголком, как бы убираю здесь ее его толщину. Ножницы не хотят резать. Вот так. Все. Отправили, вернули все обратно. Мы берем скотч и вот в этом месте, как раз вот где пластиковая заглушечка у нас проходит, вот это место нам нужно плотно прижать к планочке. Вот так. Вот так прибинтовали, зафиксировали. Все. С второй стороны поступаем точно так же. Вот я толщину уже подрезала, берем скотч и приматываем. Все, нам осталось вернуть планку на место. Теперь нам нужно с вами вставить планочку на место, и я еще раз обращаю внимание на то, насколько поролон должен выглядывать из металлической планочки. Теперь, чтобы вставить ее на место, нам понадобится линейка. Вот так, поролоном вниз. Планку немного завели в свое отверстие. Дальше она не хочет проходить. Мы с вами ей сейчас будем помогать. Вот здесь вот мы линеечкой нажимаем на иголки, опускаем их вниз, прижимаем к игольнице. И теперь у нас планочка спокойно начала заходить. Дальше передвигаемся по игольнице до самого конца. И вот так вот по частям прижимаем иглы и заводим, проталкиваем планку до своего места.
И теперь смотрите, планка стоит на месте, иголочки прижаты к игольнице. Посмотрите, они уже не ходят ходуном, не играют как клавиши, да? Если мы их выдвигаем, кареточка у нас очень хорошо их подхватывает. А, что такое? Сюда надо, да? Так. Вот так вот. Смотрите, видите, как все плавно и красиво стало. И я теперь иголочки задвигаю обратно. Они все встают ровненько на свои места. То есть дело было у нас в планке. Если вы достали планку, что-то у вас с машиной случилось, да, вы достали планку, посмотрели, если толщина поролона достаточная, значит, где-то неисправность в другом месте. Но первым делом мы смотрим с вами, конечно же, планку. Итак, мы с вами разобрали сегодня, что такое планка, где она находится, как ее достать из вязальной машины, как оценить, как переклеить в ней поролон, где взять этот поролон. Кстати, ссылочку на AliExpress, где я беру такой поролон, я оставлю для вас в комментариях, так что вы пройдите внизу под видео, разверните описание и можете там приобрести для себя поролон для планок. Ну, у меня на сегодня все. Обязательно подпишитесь на канал. Будет еще много интересного. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!